США попросили Роскосмос создать космический корабль на базе «Союз-МС», который мог бы летать на Луну. Об этом рассказал Дмитрий Рогозин в эксклюзивном интервью нашему каналу. Но даже сообщил, в каком году прилунится наш космический аппарат. Мы приняли решение восстановить лунную программу. В 2021 году мы отправляем первый космический аппарат на Луну. Следующий аппарат, это будет Луна-25. Луна-26, Луна-27 полетят, соответственно, в 2023-2024 годах. В том числе это будет отработка технологии посадки и взлета с лунной поверхности. Но напомню, что в 1969 году Штаты объявили, что американские астронавты успешно высадились на Луну. С тех пор кадры лунной прогулки не раз подвергались сомнению. Один из аргументов – полвека назад американцы смогли создать ракету, способную слетать на спутник Земли, а вот сейчас, получается, не могут ее сделать, хотя технологии не стояли на месте. В Штатах говорят, что утеряна техническая база, каким-то образом исчезла часть документации.